Всем доброго утречка, народ. Отвожу детей в школу, потом катаюсь на велосипеде, наворачиваю здесь круги и встает очень хорошо. А позже уже мой велосипед — это Прада. Так мне и надо. Короче, два коня. Кони мои, кони. Как у Высоцкого, да? Кони. Кони мои, понимаете, вот они. Вот конь в одну силу и конь в дохренище силу. Человечество что только не придумало. Вообще нормально. Мне нравится. Еще мне очень нравится, когда утром тишина такая, периодически здесь бывает туманчик, и никого просто нету. Все тупо ровно лежат. Просто ровненько лежат на своих кроватях. Все проблемщики просто спят. Ну и там какая-то часть людей с утречка просто едет, вот, отводит детей в школу, по своим работам бегут. А мне что нравится, то что я работаю в интернете. Мой заработок зависит от меня лично, ни от кого. Поэтому график у меня свободный. Я могу спокойно отвезти детей в школу и вообще не париться, что нужно куда-то бежать, кто-то меня там ждет. Прогуляться у себя тут по улице. Газончики тут у меня, смотрите, по кайфу все. Это самое кайфовое в жизни. Все остальное не важно. Нужно просто, понимаете, из всей этой беготни как-то выцепить состояние, где вам хорошо. Это не обязательно, что вы должны быть где-то там за границей, где-то там на море. Может, хорошо быть где угодно, где вам действительно хорошо. Например, мое хорошо — это вот такое утро. Тут прохладненько, есть чем дышать, хорошее ощущение. На улице чисто, порядок, елочки, газончик, мой дом. Все отлично, настроение. Сейчас прогуляюсь, может быть, даже пробегусь, и потом пойду попью кофеечек, сделаю там какие-то свои дела, и все будет хорошо. Но хорошо только тогда, когда вы научитесь работать на себя. А не думать, как стандартно думает общество. Тогда будет хорошо. Когда вы научитесь кайфовать от простых вещей. Например, вот просто вот идешь сейчас утро, и все прекрасно. Что еще вам надо? Люди всегда ищут какое-то прекрасное в прекрасном далеке, там, да? Прекрасное далеко. А где оно, хрен его знает. А прекрасное — это оно здесь и сейчас, а не потом и где-то. Потом буду заваривать кофе, да? Готовить. Наслаждаться процессом, пока оно готовится, пока моя кофемашина будет делать этот кофеек, слушать музыку, когда перемалывается кофейное зерна, да, вот этот. И все такое. И, блин, это тоже такое наслаждение. Потом кофе готово, пенка. Ты берешь этот стаканчик, идешь, садишься себе в кабинет.
И, пожалуйста, тебе целый мир в твоем компьютере. Мир, где можно зарабатывать в современном обществе. Вот такие вот дела. Я, например, от этого всего дела наслаждаюсь. А когда-то, например, моменты были, да, пропускал, все пропускал мимо. Тоже хотел где-то там в далеком будущем, что будет все хорошо, вот там как раз я кайфану от всего. Ну, конечно, далекое будущее, вот оно пришло. Я наслаждаюсь моментом. Но все-таки надо жить настоящим, а не будущим. Простые вещи, знаете, вот просто как научиться это делать. Что вы вообще любите, да? Что для вас в течение дня есть хорошо? Например, вы там ходите, что-то делаете и всегда думаете, вот сейчас, например, у меня там, о, я попью кофе, например, это для меня хороший момент. Для вас, может быть, это быть чай, там, компот, я не знаю, вы бутерброд хотите сделать, вам нравится делать бутерброд, и вот этот момент, и прям кайфуете от этого. Так вот, подумайте, что для вас является вот этим кайфовым моментом, и просто больше обратите внимание на этот процесс. Вот пока готовите бутерброд, да, думайте про него, вот. Бутер сейчас сделаю, сейчас поем там, да, и все такое. Все. И частенько вот так делайте, и вам будет хорошо. Не пропускайте мимо такие вещи. Вот, я даже сейчас вот иду, снимаю видос. Съемка видео для меня кайфовая тема. Мне нравится снимать ролики. Мне нравится утро. Мне нравится то состояние, что я смог заработать себе на жизнь достойную. И вот в комплексе в это все дело мне просто по кайфу. Уверенность в себе. Эту уверенность можно передавать другим людям, и я передаю это. И мне это тоже очень нравится, когда другие люди мотивируются и тоже хотят что-то делать. Ловит, так сказать, бодрячка в жизни, понимает, что не все так плохо, и можно все-таки двигаться. Вот так вот, ребята. Самое кайфовое это вот это. О! Травка, травка. Она поливается ночью, газончики. Но даже если не поливается, вот эта роса, с утречка вы можете просто так вот провести рукой. И вот это ощущение, трава, вода, роса. И это все так вкусно пахнет. Вот природа. Простые вещи, они всегда дают прям хорошее настроение. Потом смотришь, идешь на свою машину. И еще лучше встает. Техника. Меня всегда удивляло, как люди ни из чего могут сделать такие штуки. Ну вот просто вот машина состоит там из пластмассы. Это все нефть, можно сказать, да, там. Из земли вытащили всякие природные ресурсы, да. Разный металл, пластик. Ну, в основном это металл, пластик и какая-то ткань. И если сильно вдуматься, то это просто нефть своеобразная. Стекло это из песка сделано, да, там, в соотношении с определенными тоже ресурсами. Ну, в общем, это планета Земля. Все, люди научились переделывать природу в машину будущего, да, реально садишься, ускоряешься, едешь быстро. Пешком вряд ли ты такие вещи сможешь сделать. Также велосипед, да. Смотрите, какая конструкция. Едешь в горку, да, переключаешь скоростя, блин, и можно спокойно крутить, не париться вообще.
Вот вообще в жизни, если ты в гору поднимаешься, это всегда трудно. А люди умудрились сделать так, что ты на технике едешь в гору, и тебе не трудно. Вот, ну, красавчики, блин, вот. Вот насчет этого я очень-очень горжусь людьми. Мне прям нравятся те люди, кто это придумал, кто вообще об этом задумался, а потом это все дело еще в жизнь воплотили. Тоже скажете, да, ну, простая вещь, ну, велосипед не видел, что ли. А вы попробуйте сделать хотя бы ручку, куда уж там велосипед. Я, например, всегда наслаждаюсь такими вещами. Они меня всегда удивляют. И, ну, как восхищаюсь людьми, которые такие вещи могут делать. Я не могу сделать велосипед. Ну вот не могу. Я даже не знаю, вот как бы систему там, да, как все сделать правильно, что все работало, ё-моё. Можно, конечно, собрать какую-нибудь херню непонятную. Но вот есть люди, которые могут собрать. И вот такие люди прям красавчики. Смотрите, технологии, да? Вроде все просто, да? Вроде все просто. Блин, ну сделали же. Систему торможения грамотно, да? Тут систему амортизации сделали, как на машине, блин. Скоростя здесь переключаете. Молодцы. А вот эта вещь, просто, блин, танк. Можно и в огонь, и в воду на такой машине. В этой машине, когда я езжу, я вообще, блин, просто наслаждаюсь. Это просто охеренная штукенция. Аппаратище, вот реально аппаратище. Нужно кайфовать от того, что у вас есть возможность вообще на любой какой-то машине ездить. Когда-то пешком ходили, пешкодрапом. Там кто-то пересел потом на лошадь, но это не совсем тоже удобно. А теперь у нас есть космические машины, и многие почему-то недовольны своими машинами. Я доволен любой из них. Главное, чтобы она ехала. Но если есть возможность взять покруче, то почему бы и нет? Ну все, ребята. Тишина. Природа, короче. Все, по кайф. Увидимся.